Разница между круговой тренировкой и кроссфитом очень разительна. Потому что круговая тренировка, из названия следует, это просто одна тренировка, выполненная по некоторым принципам. Обычно это много упражнений подряд, с высокой интенсивностью и так несколько раундов. Кроссфит же это целостная система подготовки. В кроссфите есть круговые тренировки, есть чисто силовые тренировки, есть тренировки, направленные на развитие каких-то навыков, есть совмещение всех тренировок, протоколы выполнения упражнений, различные комплексы. Их всех очень-очень много. Вообще, основа кроссфита – это постоянно варьируемые тренировки. То есть, как минимум, основное требование к ним – это чтобы они не повторялись и были направлены постоянно на разные качества. Но в профессиональном спорте для профессиональных кроссфитеров уже присутствует некая периодизация. То есть, они составляют некие силовые циклы, циклы для повышения выносливости и готовятся уже более целенаправленно. Они в основном работают над развитием своих слабых качеств, подтягивают их к сильным, потом выявляются новые слабые качества, они их подтягивают повыше. И на этом строится вся их подготовка. Для людей, которые занимаются кроссфитом просто для поддержания своей формы, достаточно выполнять по одной тренировке в день, примерно по 5 в неделю, то есть хотя бы 2 дня отдыха должно быть. И если эти тренировки не будут повторяться и будут каждый раз направлены на различные качества, и будут каждый из них будет выполняться с максимальной отдачей, то этого будет достаточно для повышения физической формы, улучшения своего здоровья, состояния и благополучия. Когда я говорю, что тренировка не повторяется, это значит то, что не повторяется конкретная тренировка, то есть конкретное количество раундов, конкретные повторения, конкретная последовательность упражнений. Упражнения же сами по себе повторяются регулярно, поэтому техника оттачивается постоянно, иногда на дополнительных занятиях, которые посвящены только оттачиванию техники одного упражнения, иногда в течение комплексов. В кроссфите есть важная последовательность. Сначала нужно освоить технику, потом добиться постоянства этой техники в условиях высокой интенсивности и усталости, потом уже можно включать данное упражнение в высокоинтенсивные комплексы. В таком порядке никаких травм, ничего не будет, потому что человек сначала начнет выполнять это упражнение, когда он дойдет до такой высокой интенсивности, высокой скорости, он либо его продолжит выполнять, либо в какой-то момент просто не сможет выполнять его. То есть у него наступит мышечный отказ раньше, чем отказ технический. Всем спасибо за внимание и до свидания. Помните, кроссфит не опасен, опасны плохие тренера.